Всем привет! Сегодня приготовим борщ по моему рецепту. Для этого возьмем бульон. Бульон у меня из свинины. Возьмем капусту, примерно четверть, мелко ее нарежем. Затем возьмем картофель и также нарежем небольшие кусочки. Возьмем морковь и свеклу и мелко натрем. Такая у нас получилась свекла. И сейчас натрем морковь. Вот такая у нас получилась морковка. Затем будем тушить порядка 15 минут. Тушить будем морковь, свеклу, добавим туда нарезанный помидор и также добавим бульона, чтобы у нас овощи тушились. Затем также добавим 1 столовую ложку уксуса и 1 столовую ложку сахара. Также добавим лук. Все перемешаем и будем тушить 15 минут. Затем возьмем укроп, свежий лук, чеснок и старое сало. Пропустим все через мясорубку. Получится у нас вот такой вот замес. Туда еще добавим соли, 1 чайную ложку. Этот замес мы отправим в конце варки нашего супа. Через 20 минут после того, как мы отварим капусту и картофель, добавим наши тушеные овощи. Все перемешаем. И добавим листья от свежей свеклы. И в конце самом добавим наш замес. Все перемешаем. Доведем до кипения, выключим и дадим настояться примерно около 30 минут. При этом отрегулируем соль по вкусу. Наш суп готов. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем до новых встреч!